Мы находимся на юбилейной выставке ProdExpo 2023. С нами эксперт по категорийному менеджменту, бизнес-консультант Анна Бакурская. Здравствуйте. Вы являетесь спикером этой выставки. У вас было два выступления. Расскажите, пожалуйста, о чем вы говорили. Здравствуйте. Совершенно верно. На первом выступлении я рассказывала про KPI для категорий. Как создать эффективную KPI и сделать его сквозным для магазинов и для менеджеров, которые работают в офисе. Если вкратце, как это сделать? Ну, прежде всего, нужно сделать сквозные показатели, которые будут работать на менеджеров, то есть поставить такие KPI, чтобы менеджеры зарабатывали и чтобы продавцы в магазинах тоже зарабатывали, а не были как лебедь, рак и щука, тянули бы в разные стороны. И это ключевое. Но еще что я бы хотела отметить, то что прежде чем формировать KPI, и это было в моем выступлении, нужно обязательно привести в порядок товарный классификатор, сделать карточки товара корректными и установить все важные метрики и атрибуты товара. Вот вкратце то, о чем я говорила на первом выступлении. А какая тема второго выступления? Тема второго выступления очень интересная. Это теория создания команды по Одизису. Что это такое? Ну, во-первых, Ицхак Одизис – это доктор наук и создатель теории психологии и развития команд. Он создал также институт имени себя, такой довольно известный в мире человек. И вот про его теорию я буду рассказывать. Суть теории сводится к тому, что нельзя подбирать себе в команду людей, похожих на тебя. Да, нужно, чтобы люди обязательно дополняли твои слабые стороны и вытягивали тем самым команду. Вот это основная теория моего выступления сегодня. А по какому принципу тогда стоит отбирать сотрудников? А вот как раз про это я сегодня буду рассказывать на своем выступлении. Большое спасибо. Спасибо.